Лечение по обмену. В Вензелинском психоневрологическом интернате побывала немецкая делегация. Поводом для встречи стал российско-германский проект «Совместные каникулы». Его участники – воспитанники интернатов старше 18 лет с нарушениями интеллекта. В 2014 году тюменцы провели 2 недели в небольшом немецком городке. Там они впервые искупались в Северном море и побывали в музее под открытым небом. Этим летом пациентов из Германии будет принимать Тюмень. Их разместят в детском лагере «Алые паруса». Немцев ждет обширная программа. Кураторы проекта прибыли, чтобы оценить условия. В Германии есть разделение между медицинскими и социальными службами, потому что они по-разному организованы. А здесь нас поразило то, что медицинские и социальные службы по уходу объединены. Люди проводят здесь 24 часа в сутки, за ними наблюдают и ухаживают.